сожалению, якутянам не удалось завоевать медали в Рио-де-Жанейро. Однако олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова тренировалась у якутянки Виолетты Ивановой. В командном составе она выиграла олимпийское золото. Напомню, спортсменка принимала участие в международных играх «Дети Азии» в 2012 году в составе команды Сибирского федерального округа. Затем, как рассказал отец олимпийской чемпионки Леонид Бирюков, она полгода жила в Якутске и тренировалась у Виолетты Ивановой, пока не поступил вызов на Олимпиаду. Отметим, сборная России по художественной гимнастике победила на играх в Рио в групповых упражнениях. Испанки заняли второе место, гимнастки из Болгарии на третьем.